Вітаю вас, друзі. Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Про школу стійкості та мужності в умовах сьогодення, яку проживають наші жінки, ми поговоримо в сьогоднішній програмі. І дізнаємось, коли приходить натхнення на творчість. Я все равно искала вот в чем-то утешение. У меня прекрасная семья, у меня замечательный муж, у меня люди меня окружают, но где-то надо было себя проявить. Вот когда у меня сын женился, я вышила в Васильну пару детям. То есть мы не покупали иконы в церкви. Меня всегда воспитывали родители, что это должно быть хорошо. Мы жили вчетвером в однокомнатной квартире, и уроки я делала на табуретке. Сьогодні, друзі, ми з вами в гостях у директора комунального закладу Миколаївського центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світлани Клюйко, яка готова поділитися з нами своїм вмінням гідно жити і при цьому шедеври створювати. Светлана Николаевна не только директор сложного такого заведения, как детский приют, но еще она вообще рукодельница. Не знаю, Светлана Николаевна, как вам удается? Вот вы знаете, друзья мои, обратите внимание, мы в гостях у Светланы Николаевны. И вот посмотрите, вот эти вот картины, это вышиты ее собственными руками. Светлана Николаевна, я вам честно скажу, это высший пилотаж. Я не понимаю, как можно работать, возглавлять приют, как можно вести такой сложный коллектив, работать с такими сложными детьми, быть матерью двоих детей, тянуть семью и еще вышивать такую красоту. Ну, поделитесь секретом. Вот нас сейчас смотрят женщины и думают, ну вот времени вообще, ну я... Телезрительница, вы согласны, что времени всегда не хватает? Светлана Николаевна сейчас поделится секретом. Где его брать? Рассказывайте, Светлана Николаевна. Вы знаете, это должно, к этому надо прийти мыслями и душой. У меня это произошло во время сложной семейной ситуации. Когда болел папа, я не знала, как мне, что мне делать, чтобы снять какую-то психологическую нагрузку. Но тем не менее, мы делали все как надо. Меня всегда учили правильно, как надо делать. Когда заболела мама, у меня наступил момент такой ужасный. Я вообще не представляла, ну, как моя жизнь меняется. Если бы мне кто-то рассказал когда-то, что так случится, я бы не поверила никогда в жизни. Вот. Но я все равно искала вот в чем-то утешение. У меня прекрасная семья, у меня замечательный муж, у меня люди меня окружают, но где-то надо было себя проявить. И происходит очень... банальная ситуация. У нас возвращается к нам воспитатель Яна Сергеевна, она была у нас студенткой, потом уходила в университет Сухомлинского работать, и возвращается к нам на работу. И на день рождения она мне дарит бисером вышитую икону Светлану. И когда она... Святую мученицу Фатинию, да? Да, да, вот она у меня есть здесь. Она мне когда подарила эту икону, знаете, у меня было такое ощущение, что какое-то озарение наступило. Я поняла, что я должна что-то делать. Я умею шить, я умею вязать, я умею готовить, я люблю очень консервировать. Я все это люблю. Но здесь вот, когда она мне дарила эту икону, то ли она от всей души вот так сделала, то ли как-то у нее так икона необыкновенной красоты. Вот. Но мне что-то вот... захотелось, знаете. Вот а такой, раньше вы никогда не вышивали? Никогда, бисером никогда. В школе нас учили крестиком вышивать, как в школе. Вот. Потом и курсы вязания были, чем я только не вязала. Но это было когда-то. А бисер я вообще в руках не держала. Вообще. И она стоит, она говорит, здесь ничего сложного, Светлана Николаевна, нет. И она мне показала буквально одну бусинку. Я не знаю, как у меня получилось. Первая икона была сыну. Но она была в сложное время, когда шла мобилизация, когда вот у нас как бы война начиналась. Вот, но она у меня так получилась легко, я даже не поняла, как это у меня получилось. Ну, а потом я уже просто вечером у меня было большое желание вот просто сесть и хотя бы час уделить вот такому делу. Но меня поддерживал муж. Те домашние дела, которые надо было сделать, тем более мама у меня лежала. Вот она не ходила, и естественно, что уход был за мамой, но вот момент, когда я садилась вышивать, это уже меня подхватывал муж, конечно. Я не знаю, но вот так получилось. Как-то у меня так получилось, я сама не поняла, как. Но первые у меня были иконы.
Первые иконы. Потом у меня уже появилось желание картину. Вот сейчас я подружки свои хочу. Я уже начала, как бы, те, кто у меня близкие друзья, кто видели, начали просить, чтобы именно я вышила. И я в итоге, вот когда у меня сын женился, я вышила Васильну пару детям. То есть мы не покупали иконы в церкви. Там тоже такие очень красивые получились. Мы им подарили. Вот. Ну, а сейчас вот у меня подружка попросила. Ну, я ей с удовольствием вышью. С удовольствием. Я ее очень люблю. Работая в сложном заведении, со сложными детьми, особенно с их родителями, конечно, с родителями это вообще это отдельный разговор, но ваша душа, она стремится к красоте, и вот эти картины, иконы, это то, что выходит из вас даже непроизвольно, то есть красота заложена в вас изначально, чувство красоты. Ну, наверное, так было родителями. Я знаю, у меня папа, он любил посуда, что была с большими красивыми цветами. Вот он любил цветы. Мама тоже любила, если это шторы, то это с цветами они должны быть. Ну вот как-то так было заложено изначально. И потом меня всегда воспитывали родители, что это должно быть хорошо. И мама могла мне сказать, я уже была взрослая, у меня уже были дети, я себе купила платье. Мама говорит, что ты купила? Это некрасивое платье, это нельзя одевать. Или чтобы ты больше таких вещей не покупала. То есть все было очень, как бы так, ну, категорично она могла сказать. Она могла зайти и сказать квартиру, вот вы сделали ремонт, но что-то здесь не так. Вот. Папа тоже, если он делал, это должно быть на века. Это должно быть навсегда. Ну, наверное, я так и воспитывалась. Хотя мы жили вчетвером в однокомнатной квартире, и уроки я делала на табуретке. Вот, потому что в однокомнатной квартире и брат маленький, это понятно, что это были трудности. Когда мне сейчас говорят, вы понимаете, Светлана Николаевна, я не понимаю. Я не понимаю. Я прошла однокомнатную квартиру вчетвером. Я училась хорошо в школе. Я была комсоргом школы в свое время. Я такого не понимаю. И когда мне родители сидят в кабинете и начинают мне каких-то трудностей, я говорю, я не понимаю. Я не могу им сказать, ребята, ну что вы мне говорите? Уж мне таких вещей не говорите. Но ну, подолгу как администратор. Но по жизни я не понимаю, как люди могут что-то не хотеть просто делать и не найти выход из положения. Такого не бывает просто. Просто не бывает. Это просто люди черствеют или сознанием своим как-то уходят куда-то далеко. Я не знаю, что наступает с ними. Но я считаю, что доброта у людей, хорошее отношение ко всем, любовь, она должна присутствовать. Это не просто надо говорить «я тебя люблю». И любовь не может быть только тем, что ты дал конфету или печенье. Ты можешь дать эту конфету, но с какими глазами ты ее дал? Или ты можешь подарить что-то, но с какими глазами? Я очень хорошо помню, когда директор Велама приехали и мне говорят, Светлана Николаевна, вручите ребенку там украшение. Ну, оно обычное. Вот кому вы считаете нужным? Я говорю, нет, не я буду его давать, это украшение. Оденьте вы ребенку это украшение. Вот когда одевали это украшение, сколько было у этого дитя радости, она его не снимала. Потом тоже приезжала женщина, платье дочери привезла. Тоже, Светлана Николаевна, ну вот у вас там праздники, вы оденете. Но платье необыкновенное. Это ребенку шилось платье на выпускной. Естественно, что это как бы именное платье. Я понимала, что это платье не пойдет просто так. Его надо отдать ребенку, который это оценит, который это будет беречь, и для которого эта радость принесет такую душевную радость. И тогда подарили это платье девочке, она была в 9 классе училась. Ну, сколько радости. Дитё потом приходило, говорила, она и туда, и туда, и туда его одевала, это платье. Вот. А человек сделал просто вот доброе дело от души. Я вообще люблю, когда просто от души делают. Просто приходят и делают от души, они воспитывают там, вы должны, вы обязаны. Мы знаем, что мы должны, мы знаем, что мы обязаны. Но если вы делаете подарок, делайте его с чистым сердцем. И не надо лишь бы что-нибудь. Вот отнеситесь к подарку. Мне даже когда звонят, говорят, Светлана Николаевна, вот у меня дочка выросла там или сын, остались вещи, можно я принесу? Я говорю, в каком они состоянии, ваши вещи? Ой, все хорошее, хорошее. А когда приносят, у меня бывает желание сказать, ну вы своему ребенку одели бы эту вещь. Ну вы бы же ее не одели. Зачем вы мне это принесли?
То есть я все-таки считаю, что у каждого человека заложена любовь и доброта, она заложена природой, так предусмотрена природой. Ведь маленький ребенок, когда рождается, он же радость приносит семье. Это в любом случае, он приносит радость. Вот эту радость надо сохранить. Я считаю, что не надо людям прятать эту любовь. И не надо бояться говорить, что я там тебя люблю. Не надо бояться погладить по голове какого-то. Почему-то люди считают, что это проявление слабости. Но почему это проявление слабости? Если вы свою доброту покажете, если вы сделаете хорошо, если вы сделаете как надо, но с душой, я думаю, что это будет только хорошо. И каких бы вы условиях ни оказались. Знаете, как говорят, смелым любовь и в шалаше, да? Мы согласны жить где угодно, но мы же не думаем ни о чем. А мы начинаем говорить, что я считаю, что вот так. Плюс родителям объяснить, что вы делаете ребенку плохо, это иногда просто нереально. Говорит, что вы делаете. Вы думаете, что вы делаете? Но ведь так же нельзя. Ну, не хотят люди этого понимать. Но очень радует, когда приходят люди. То есть бывает даже такое. Вот Светлана Николаевна, там, ну, это, как правило, милиция звонит. Вот хотят вот такой там сын, дочь, такой раз такой. Я говорю, ну, пусть мама подойдет. Что это за семья? Вот сидишь, разговариваешь с мамой, с этим сыном. И были такие случаи, когда к нам уже не помещали больше детей. То есть мы посидели, поговорили. Я реально объяснила. Говорю, вот так и так и так. Смотрю, меняется мама, меняется ребенок. Они вдвоем уходят. Все нормально. Ну и зачем создавать какую-то проблему? В любом случае, как бы у нас хорошо не было, что бы мы ни делали, пусть даже там, я не знаю, золотые канделябры будут. Не может быть учреждение хорошим для ребенка. Не может учреждение создать семейную обстановку, не может это учреждение сделать, быть домом для ребенка, не может этого быть. Да, мы создаем хорошую обстановку, у нас много игрушек, это все подарки людей. Вот все самое красивое у нас — это подарки людей. Вот, но это не дом. Это не дом, и люди должны это понимать. Поэтому я люблю, когда родители понимают, когда они меня понимают, когда они слышат меня и во всяком случае хотя бы пытаются так сделать. Ну, а там уже по жизни как получается, скажем так. Но я хочу сказать, что сейчас все чаще и чаще обращаются люди, ну, скажем так, не из благополучных семей. И думаю, что где-то мы помогаем, где-то люди себя переоценивают, где-то пересматривают позицию, где-то даже свою жизнь пересматривают. Это уже как получается. Но во всяком случае, на сегодня... Ну вот так мы существуем уже совсем по-другому. То мы принимали бродяг всех, теперь у нас все совсем по-другому. И рады, когда ребята от нас уходят, и мы видим, что-то меняется. Плохо, когда у взрослых не меняется. Когда у деток меняется, это замечательно. Дай Бог, чтобы у детей менялось только в лучшую сторону. При всех ваших достоинствах, но мы знаем, что нельзя быть хорошим для всех. И вы постоянно вам приходится балансировать, чтобы и закон соблюсти, чтобы и детей не обидеть, но чтобы и родителям донести, если у детей есть родители, и чтобы детей постараться вернуть в семью. Понимаете, вот между тем, что в вашем заведении выходит так, что то, что хорошо везде, у вас это совсем нехорошо. И наоборот, вот это очень сложный синтез вот этих отношений приходится разруливать. Вы же никогда не рубите с плеча. Нет, нет. Но я хочу сказать, что это очень сложно, очень тяжело. Люди многие меня вообще не понимают. Люди не понимают, почему я вдруг, вот я там знаю, я соседка, я поддерживаю отношения, я не даю свидания с ребенком. Я объясняю, почему человек меня не понимает. Они на меня обижаются, они уходят. Тогда я прибегаю к очень простому методу. У меня есть закон, есть у меня положение, где это четко прописано. Я делаю исключение, скажем так. Это не прописано, мы все-таки... работаем на основании государственных документов, что бы мы ни говорили. Вот. Но есть личный прием, есть люди приходят на личный прием, я как бы имею право принять какое-то решение, не во вред ребенку. Понимаете, есть, бывает, люди обращаются к депутатам разного уровня и ходят, и просят, потом мне раздаются звонки. Вообще я по звонкам стараюсь не работать. Вы хотите оказать помощь? Пожалуйста, приезжайте и объясните мне, что, кто, зачем и как. А я вам объясню, что реально я вижу, что происходит в этой семье. Поэтому многим это не нравится.
Я никогда не пойду на встречу, когда мне будут стучать кулаком по столу, бросаться авторитетами и говорить, что вот нам сказали, вы обязаны. Я не обязана никому. Есть вещи, которые будут детям очень сильно вредить. Люди просто не понимают, что прийти ребенку, сказать, ты жила по соседству, ты оказывала помощь этому ребенку, там кормила, там где-то ребенок тебе прибежал, там какая-то драка или что-то случилось. Но ребенок попадает совершенно в другую ситуацию. И в дальнейшем неизвестно, как сложится судьба этого ребенка. Как можно сейчас прийти это... Ну, вы извините за грубое сравнение. Это, знаете, как собачонке дать на улице покушать один раз, а потом она голодная будет бегать. Зачем так делать? Дети у нас ночью плачут. Все дети имеют психологическую травму. Детям как можно объяснить ребенку, что пришла там какая-то тетя? Да, она тебя любит, но она тебя в семью не берет. Вы вообще представляете этот ужас? Ребенок жил в семье. Плохая она, хорошая, это на взгляд взрослых. Для ребенка это была самая золотая семья. Для ребенка самая лучшая мама. Папа – это вообще отдельная статья, как говорится. Все для ребенка было хорошо. Ребенка забрали в государственное учреждение. Его вырвали от любимых людей, кто бы это ни был. Но это был авторитет для ребенка. Теперь ребенок живет в государственном учреждении, его не возвращают в семью по какой-то причине. Для ребенка непонятно, что это за причина. Вдруг приходит тетя, которая принесла кучу угощений, обцеловала ребенка и сказала: «Я тебя не могу взять к себе жить». А когда мы все жили, говорила: «Да ты оставайся у меня ночевать, да ты будешь у меня жить». Понимаете? Но это реальность. Это мы виртуально что-то обещаем, а у нас происходит реальность. Вот он, есть ребенок. Вот он. Вот ему сейчас скажи: «Я не могу тебя взять жить». Как это ребенку психологически пережить? Как? Это же очень тяжело. Если еще родственники, то закон предусматривает общение детей с родственниками. То есть, да, там потом по жизни будут сталкиваться. Там единственный момент усыновления, когда как бы вступает на силу, совершенно другие отношения. А во всех остальных случаях никто не препятствует с родственниками встречи. А если это крестная, крестный, соседка, подружка семьи, это в законе не предусматривается. И в дальнейшем эти люди могут принять участие в жизни ребенка, но при определенных условиях. Но люди обижаются. Многим это не нравится. Многим не нравится, что я не разрешаю снимать видео у себя. Я категорически возражаю. Даже если снимается видео, то снимается очень осторожно видео. Есть у нас сейчас категория детей, мы поменяли не просто название, есть категория детей, которые воспитываются в абсолютно самодостаточных семьях, но везде существуют проблемы. Знаете, в каждой избушке по игрушке. И не обязательно, чтобы на экранах телевидения или там кто-то увидел, что ребенок в этой семье, может быть, семья скрывает. Не каждая семья свои тайны открывает и свои проблемы. И вдруг ребенка кто-то увидел. Представляете? А мнение было совершенно другое. У нас было такое, приходили студенты, и вдруг девочка заходит: «Ой, это ж моя соседка», говорит, «а я и не знала, что у нее там дома». Вы представляете, какой кошмар? А семья это не разглашала, это внутренние проблемы семьи. Только одни семьи обращаются за помощью, а другие семьи это скрывают у себя. Как-то там, ну, справляются сами с проблемами. Но нельзя же, это для людей считается, ну, позор. Потом существуют этические правила, существует вопрос конфиденциальности, и поэтому я не разрешаю просто так вот общаться, просто так ходить, просто так обещать детям. Не вопрос конфеток. Дети не обиженные. Да, они не имеют того, что дома. Они не могут открыть холодильник, взять, что они захотят. Да, мы ограничены в продуктах питания по санитарным нормам. Мы все-таки учреждение. Вот, да, есть у нас определенные ограничения, но это не катастрофа. Это не катастрофа. Поэтому обижаются, ну пусть люди пообижаются. Я очень сильно не люблю, когда мне приходят рассказывать: «Стана Николаевна, вот я хочу помощь оказать». Прямо оказать, только бах, мне приносят документы. Я читаю эти документы, понимаете, но я не хочу комментировать эти документы. Я реально понимаю, вы мне сидели тут, рассказывали, как вы любите детей, а что ж вы мне даете в документах? То есть все, кто меня не любит, каким-то образом столкнулся, я могу даже объяснить, по какой причине. Все это элементарно просто. Я не хочу чувствовать себя виноватой ни перед Богом, ни перед людьми, что ребенку нанесся вред. Я считаю, что если ты хочешь подарить, пожалуйста, подари это. Ты хочешь, тебе надо законодательно, чтобы там было, да, мы даем и благодарственные письма, я даю, не вопрос. И налоговая у нас приходит, проверяет, если где-то там столкнулись с каким-то нашим документом.
это не вопрос. Но сделайте это правильно. Хотя бы сохраните свою собственную честь. А фотографии, которые делаются из лицемерия, там вот мне надо такую фотографию, там вот именно такую, это я вообще не приемлю. Я не приемлю этого. Приходят люди, помогают, и тут же те же депутаты приходят. Но кто с чистой душой приходит, тот приходит. А кто не хочет приходить, это совсем по другим причинам. Это не потому, что я плохая, а потому что как бы так. Ну, есть определенные обстоятельства. А так приходят и площадку нам депутаты. Я могу много говорить. А есть, ну, скажем так, жители нашего города, они депутаты. Но они приходят по человеческим качествам, не как депутат. У меня бывает заходит и говорит: Александра Николаевна, я пришел не как депутат. Я просто пришел к детям. Понимаете, когда идет какой-то праздник, и люди приходят с этими конфетами, а я не приемлю, когда мне начинается: вот, Светлана Николаевна, если вы мне не доверяете, вы не доверяете не просто мне, вы не доверяете моему коллективу, значит, лучше не приносите. Но мы здесь работаем, так сложилось, что мы здесь работаем. Светлана Николаевна, вот единственный компромисс, на который вы никогда не пойдете, это на компромисс с совестью. Нет, никогда я не пойду, это даже не обсуждается. И мне, как бы, знаете, мне не все равно, кто что говорит. Я ж живой человек, как бы, но я никогда не позволю, чтобы пойти на компромисс против себя. Я не пойду против этого никогда. Есть часть людей, которые просто приходят, говорят: вот мы угостили, вы угостите свой коллектив. Есть такие люди, которые приходят и понимают, что у нас зарплата маленькая, что у нас собственные дети иногда не видят того изобилия, которое видят эти дети, особенно в праздники. Есть такое. Ну, это редко, это, знаете, это от души, если люди приходят. И вообще я таких людей очень люблю. Ну, а если начинаются какие-то там разговоры где-то как-то, это уже их проблемы. Понимаете, это не мои проблемы, и я не считаю, что я в чем-то виновата. Значит, я не пошла на какой-то компромисс. Просто-напросто. Но я не пойду. Я согласна все сделать, помочь, пожалуйста. Но это все должно быть в рамках законов человеческих, скажем так. Тогда да, это принесет пользу и в избирательной кампании, и по жизни, и человеку будет приятно. Тогда да, тогда я готова сотрудничать. Сьогодні, друзі, ми з вами були в гостях у директора комунального закладу Миколаївського центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світлани Клюйко. Що день завтрашній нам готує, почуємо зараз. Я, Аніта Рашевська, прощаюсь з вами. На все добре. 25 грудня – Спиридон Сонцеворот. Святителя Спиридона Тримифунського, як і святого Миколая Чудотворця на Русі, дуже вшановують і почитають православні люди за сильну молитву, добру пораду і швидку допомогу. Спиридон Сонцеворот. Дню прибавилося на мишини скок.